win, they say. When in 5 years none of our people have died, and there's never been a casket rolled through people's temple. Всем привет! Итак, как же выглядит сафарийная яхта? Предлагаю маленькую экскурсию по сафарийнику люкс-класса Карпенова. Яхта оборудована всем необходимым для комфортного отдыха и незабываемого дайвинг-сафари. 43-метровая яхта Карпенова присоединилась к линейке судов Карпе Вита и Карпе Дим для осуществления потрясающих дайв-круизов на Мальдивах. В моторном судне «Карпенова» есть 12 кают, вмещающих до 20 гостей, каждая с TV-HD-плеером, кондиционером, сейфом, местом для хранения вещей и ванной комнатой. На верхней палубе расположена обеденная зона на открытом воздухе и полностью укомплектованный бар. На главной палубе внутри расположена лаунж-гостиная с большим телевизором, развлекательной системой и библиотекой. Здесь можно перекусить и выпить чай и кофе. Для дальнейшего расслабления на борту есть частично затененная открытая палуба для принятия солнечных ванн и наслаждения потрясающими пейзажами Мальдивских островов.